Писать. Все, так, это готов. Давай, сосредоточься. Не плачь. Стоп, а давай типа Мосс Эшли Кантина. Кстати, знаешь, так запись смотрел, типа качество говно. А на самом деле оно в игре качество говно, да? Так, ну чё, всем привет, я Вова, и это Ян. Я Ян. Все, больше вы его за этот летсплей не услышите, потому что в основном он молчит. А этот летсплей сделан при поддержке группы «Игры для слабых компьютеров» ВКонтакте. Ян одобряет, потому что у него слабый компьютер, а у меня нет, но мы все равно играем в Лего Star Wars. Мой компьютер даже те игры не потянет. Увы. А как насчет пассианса? Пассианс, ну, пассианс с трудом. Вот, знаешь, короче, с лагами. Так вот, сегодня мы проходим третий эпизод, серия 3, эпизод 3, Лего Star Wars. И чтобы перейти на эпизод 2, нажмите, пожалуйста, на кнопочку в левом верхнем углу экрана, если вы сидите с компьютера, а если с планшета, то вам придется заходить на мой канал в видео и складывать, в общем. Вот, а чтобы перейти в эпизод 4, который мы еще не сняли, но снимем, пожалуйста, нажмите на правом верхнем углу экрана, чтобы перейти. В общем, все, суть вы поняли. Короче, вы можете там по кнопочкам в левом верхнем и правом верхнем перейти на следующие эпизоды или прошлый эпизод. А мы с Яном идем такой Все, мы с Яном идем Все. Эпизод 1. Призрачная угроза. Ян. Беги. Беги, я сказал. Уйди. Продолжим. Где нож? А, под ребром. Где взять такой нож? Если делать как Ян, то под ребром. Так, ну чё, давай играть. Почему я чёрный? Почему я чё? Да, хотя обычно раб ты. О, пушка. Так да. Принцесса, пройдёмте, принцесса. Пошли, мой чёрный раб. Ты вообще баба. Ой, ну у меня, по крайней мере, есть раб. А у меня в реальной жизни раб есть. Это неправда. Он врёт. Еще 20 летсплеев запишем и дам покушать. Спасибо, добрый господин. Он врёт. Сегодня кушать будем? Да? Я не понял, а что, как здесь Нолик. Раба? Джедайская сила. Сила какой принцессы. Нолик? Феечка. Страдай, феечка. Так. Смотри, как я могу. Эй. А, смотри, как я могу. А, синенькие монетки подчиняются только принцессам. Ты знаешь, кого мне напоминаешь? Ты мне напоминаешь принцессу Кенни. Буп-буп-буп. Шарик. Клумба. Клумба. Окно. А стой, значит, это окно тоже можно было разбить. Понимаешь? Но на низ. Сейчас опустимся на этаж ниже. Там направо нельзя? Нет. А налево? Как мы все видим. Однако, там тоже еще нету. Окей, опустимся ниже чуть-чуть. Хотя куда уже ниже Яна, да? Куда ниже? Мы делаем летсплей, Ян. С моим офигенным каналом. С видео на экстремальную тематику. И обучалками, которые набирают кучу просмотров. Ян.
Спартак. Это я, короче. Сходство 100%. А ты приглядись. Да. Ой, еще один. Воу, ты видел, как я пытался уворачиваться? Синенький бери. Я его в рукопашку уложил. Ты ему лещей надавал или что? Ну я женщина. Я вижу. Пощечины. Я просто чувак. Мы запишем этот летсплей, извини, я выгоню тебя. Ой, прикольно. Вот прикольно, мы, по-моему, сейчас только что застряли. А, нет. Окей. Очень нужно принцесску собрать. Смотри. Ой, я понял, смотри, вот это вот все. Вот это вот сейчас. По-моему. Какая-то херня. Короче, смотри, объясняю. Вот эту штуку вот сюда. Почему ничего собрать не могу? Видимо, я не судьба. Стой. Нет, да, надо просто подходить. Тихо, не туда. Да пофиг, все, давай потом соберем. Да я хочу эту собрать. Так мы уже ту зафейлили, видишь? Да не зафейлили, да, зафейлили. Зафейлили, все, давай. Кстати, реально, по-моему, в оригинале же не было. Да? А! Можно самому себе получить, если постараться. Смотри, какой везунчик. А я попал дважды. Так, все, погнали. Стой, вот отсюда их, стой. Там можно просто подпрыгнуть было, и вот так подпрыгнешь. А так, я их без подпрыгов. Принцесса Ян. Принцесса Яни. Это не я. Принцесса? В рукопашку. Так, давай. О, тыщ. Видел, как я их ложу в одну тычку вообще? Ты в них попадаешь, а я ложу. Хоть говорите все в женском роде, Ян, ты в меня попадаешь. Ян, тебе очень прижился образ принцессы, да? Ты как Картман? Нет, как... Да, как Кенни, все правильно. Еее, да. Что-то я развлекся. Знаешь, мне что-то такое, знаешь, палочку волшебную со звездочкой на конце. Со стратиками. Чисто принцессы. Знаешь, вот ты сейчас договоришься. Я поставлю видео на паузу и найду эту сраную палочку. Ладно, пошли. Судя по всему, закребемся. Надо в мишень попасть, понимаешь? Я попал. Я ж принцесса. Сынок, ты сделал уроки? Я ж принцесса. Что? Ты ж принцесса, я не знаю. Меня убили из-за тебя. Где? Королевская плюха. Чувак, где я? Стой, я вон там наверху еще, стой. Да стой ты на месте, ёб. Тихо. Да стой ты на месте, куда ты пошел? Я долбанный джедай. Ты долбанный джедай. Обдолбанный джедай. Джедай подспал. Да что ты стал, блин, не туда подстрелить надо, видишь, в дакт. Что ты скажешь на это? Что твоя девчачья палочка сделает против этого? А я уже мужик с длинными волосами. Какой мужик с длинными волосами? А ладно, ой. Все, погнали вон туда направо. Ты все-таки принцесса? Нет, не принцесса. А, блин! Это не то, о чем ты подумал. Да, совсем. Тащи нож. Все, я вижу. А, блин. Не, по-моему, не сюда. Я мужик. Я бы сказал сейчас, ну, ты знаешь, да. Да. Ну и зачем? Я наверх хочу. А, я ж это. Не принцесса. Блин. Да блин, почему я не могу дважды прыгнуть? Потому что ты принцесса, Ян. Понимаешь? Слушай, быть принцессой, отстой! Кусок экрана.
Да чувак, куда ты идешь, если надо? Да, это монетки есть. Ладно. От женщин только одни проблемы, я. От тебя тоже. Зато у меня офигенная рукопашка. Стой, да куда ты идешь опять? Зачем? Не знаю. Ты же джедай, стой, давай соберем там монет. Слушай, мне кажется, на 20-й серии, если я сорвусь, то это будет смертная запись. Шок. Зря, конечно, это сказал, это может быть вещественным доказательством. Но помните, если летсплей резко перестанет существовать, и Яна вы больше на канале не увидите, то, скорее всего, я его убил. В общем-то, да. У тебя стильный меч. Давай вот теперь туда, бери принцессу свою любимую. Сейчас. Не так, не так. А, это вообще королева. То есть это поменяло дело в корне, да? Вообще. Ты знаешь хоть одну? Вот я знаю принцессу Селестию, а ты хоть одну королеву знаешь? Королева Селестия. Королева Кризалис. Королева Кризалис, по-моему, принцесса Кризалис. Королева Кризалис. А ты думаешь, она королева? Да, она королева. Нет. Огорчусь, королева. Эй, все. Ай. Там можно я как могу. Лох пить. Опа. Я могу, опа. Лох. Стой, давай. Стой, подожди. Давай на раз, два, три, встань на тот круг. Давай. Раз, два, три. Три. Давай еще раз. Сгоняй назад. Раз, раз два, два, три. А видимо нельзя. А, нет, можно. Давай, раз, два, да. Три. А нельзя. Видишь, да. Пошли. Чтобы лбами не стукнули, если придурки сел бы поразбивать. Зачем? Все, пошли дальше, дальше. Пыщ-пыщ, ололо. Пыщ-пыщ, ололо. Ща я попаду туда. Надо будет так назвать, пыщ-пыщ, ололо. Видишь, я попал. Я в ту сейчас попаду. А, фиг, я, блин, я попал. Ну ты принцесса. Я королева. Пыщ-пыщ, ололо. Я водитель ололо. Не, все, джедай. Потому что черные для черных. Сири, почему у меня черный айфон? Нас не закроют за расизм? Нет. Слушай, надо бы по-хорошему заставку делать. Ладно, я сам сделаю. Или нет? Мне делать заставку вообще для летсплеев? Без понятия. Напиши пыщ-пыщ, ло-ло. Пыщ-пыщ, ло-ло. Вы такой настоящий школьный летсплей. Да, значит не стоит. С кого мы будем обманывать? Давай налево, налево, налево. Лево. Миша сейчас будет не в восторге. От твоего поведения. Во-бу-бу. Не, давай направо. Классно. Сделали синхрон. Я все лишь нажал на кнопку. Давай на следующую нажму. Так, ну эти серебряные можно не собирать, они совсем бесполезны. Так вот, чик-чик. Вот из-за этих бесполезных серебряных у нас сейчас чуть больше половины. Так, пыщ. Погнали. Пыщ. Это где я? Ты видишь, что тебе как бы пишет, ну, кто ты? В левом верхнем углу экрана. Я не врубаюсь. Не врубаешься, Ян, ты по утрам. Я не знаю, откуда я это знаю. А, я тебе звоню в 6 утра часто. Почему ты, кстати, не берешь трубку, Ян? Потому что я не люблю. Стой, не разбивай, ты туда... Где нож? Ну, я случайно, короче. Я случайно, короче.
Принцесса лед. Принцесса лед. Я ж принцесса. Это все из-за тебя. Ты не помог собрать своей принцессе истинного джедая. Ну да, видимо, да. Собрать по кускам. Походу на бейсджампинг. Мы не смогли собрать джедая. Истинного джедая. И вообще, ты говно, я принцесса. Да, на этом всем спасибо. Я Вова и... Принцесса. В общем, подписывайтесь, ставьте лайк, вступайте в группу ВКонтакте «Игры для слабых PC», если у вас мощный PC, дабы не комплексовать к чувакам, у которых есть возможность играть на слабых PC. Что я только что выпалил? Ладно, пофиг, подписывайтесь, вступайте, смотрите мои летсплеи, смотрите обучалки, и все. По-моему, кстати, летсплеи выходят каждый день, да, Ян? Да, странно как-то. Welcome.